Тогда мы идем к вам. В Ачинском районе для удобства садоводов организовали мобильный пункт вакцинации прямо среди дач. Он заработал в одном из самых популярных садовых обществ под Ачинском «Чистый ручей». Летом многие ачинцы проводят на своих загородных участках, и специально ехать в город, чтобы сходить в поликлинику, для них целое дело. Именно поэтому к ним на помощь выехали мобильные медицинские бригады. И дачники, пользуясь случаем, пришли, чтобы получить первую дозу вакцины. Желающих привиться было довольно много. Только за час приняли 10 человек, и предварительная запись не требовалась. Условие только одно – иметь при себе документы. Молодцы. Больше сказать нечего. Молодцы. Вот. Так что продолжайте, пускай продолжают дальше. Потому что в город приедешь, вот ездили вчера в город пенсию этот, получать, все без масок. Вот в магазинах часто без масок ходят. А подцепить – это ой-ой-ой. Вот. То есть очень удобно, да? Очень удобно, конечно, удобно.